Я считаю, что мы сегодня сыграли одну из лучших игр, может быть, в сезоне. Могу поздравить команду, команда выглядела неплохо сегодня. То есть, как я сказал, что мы продолжаем биться, там, пока у нас есть хоть малейший теоретический шанс попасть в плей-офф, мы будем биться и стараться цепляться за эти победы. Просто сами почувствовали, что как бы, мы можем на самом деле играть командно, можем играть агрессивно, и просто почувствовали, что игра сегодня у нас получается, и поэтому сами себя эмоционально так завели, и все получилось. Локомотив пару раз в этом сезоне уже проигрывал не самым сильным командам, поэтому у них есть такая слабость. Вот. И тот домашний матч, который мы провели здесь против них, у нас он совсем не сложился. И я лично сам чувствовал, что мы могли бы выиграть, если бы да, мы там чуть поднажали. Поэтому думаю, что все в силах, мы никак не собираемся да, там, думать о том, что это соперник непобедимый. Поэтому полный настрой, так же, как и игра сегодня с Нижним.